Итак, продолжаем нашу беседу. Мы остановились на намотке трансформатора. И вот у нас имеется два идентичных провода. Каркас, сердечник. Начинаем намотку. Провода, как мы помним, шины с двух, две шины по 5 витков провода 0,5-0,6 мм. Ну, конечно, диаметр провода не критичен. Так что делаем? Помним окошко, окошки с углублением, которое мы расплавили паяльником. Берем провод. Вставляем в окошко оба провода. Вот. И постараемся равномерно мотать где-то 4-5 витков. Ну, можно, конечно, две идентичных обмотки по 4 витка, можно 5, в общем, это не очень так уж критично. Мотаем максимально аккуратно. Если у кого не получается, то ничего страшного. Первичная обмотка не очень критична. Так что можно чуть отклониться. Вот мы намотали тут ровно 5 витков. Вот такая получится обмотка. Теперь что мы делаем дальше? Дальше берем прозрачный обыкновенный скотч, о котором я часто упоминаю в своих статьях. Вот такой, собственно, скотч. Прозрачный обыкновенный скотч. Берем каркас с обмоткой и изолируем. Изоляцию ставим очень тщательно, где-то 10 слоев, поскольку тут нужно намотать потом вторичную обмотку, она повышающая, и нужно ставить толстую изоляцию во избежание от пробоев обмоток. Бывает очень часто, когда дуга проскакивает от вторичной до первички, и таким образом можно спалить всю схему. Кстати, о схеме. Схема, собственно, выполнена по мартовской схеме. Мультивибратор на двух мощных полевых транзисторах, где возможно применить любые буквально канальные транзисторы с током 40 и более ампер. Напряжение у них стандартное 50-60 вольт. Ну, что остается добавить? После намотки трансформатора переходим к следующему этапу. Про этот этап будет, конечно, отдельный ролик. Это умножитель напряжения, высоковольтный умножитель на отечественном интерьере для двухтактных преобразователей. Кстати, огромное спасибо Евгению за то, что подкинул схемку умножителя. Достаточно целесообразно использовать именно этот умножитель, а не последовательный, как мы ставили до этого в наших конструкциях. Итак, я изолирую где-то, ну точно не посчитал, но где-то 15 слоев уже скотча точно наложил. Ну, думаю, это достаточно, вполне достаточно. Поэтому скотч отрезаем. Я для этого использую собственные зубы. Ну, вот такая получилась обмотка. Изолированная уже. Вот она. То есть два провода, 5 витков. И переходим к намотке вторичной обмотки. Вот для этого я использую вот такой провод с сечением 0,1 мм. Кончик этого провода я уже почистил от лака. И нужно накрутить вот на такой провод, с которого снимаем изоляцию. Далее просто скручиваем провода вместе. Ну, можно, конечно же,
залудить этот провод для придачи стойкости, но это не очень критично, так что можно просто накрутить и начать намотку. Но я предпочитаю залудить. Для этого я использую проверенный уже давно паяльный жир, никакой канифоли. Просто намазываем жиром. Берем всеми любимое советское олово. Я его накрутил на рулон. Паяльник. Кстати, некоторые спрашивают часто про паяльник. Я им отвечаю, что у меня обычный радиолюбительский вот такой паяльник на 30 ватт. Паяльный жир достаточно выполнен на химической основе, поэтому процесс достаточно простой. Вот у нас получился вот такой провод, это вывод. Один из выводов высоковольтной обмотки. Предметы для пайки убираем в сторону и начинаем намотку вторичной обмотки. Как мотаем обмотку? Смотрите вот внимательно на намотку первичной обмотки. Смотрим, в каком направлении у нас намотана обмотка. У нас идет вот в таком направлении буквально провод. Нужно намотать в том же направлении, что и первичка. В противном случае есть опасность, что схема никак не заработает. Но практика показывает, что это не так уж и критично. У меня несколько случаев были. Намотки все отлично работает. Теперь, поскольку тут у нас голый провод, вместо пайки основного контакта с проводом, поэтому мы ее должны изолировать. Изоляцию делаем тем же скотчем. Обратите внимание, как происходит процесс. Берем провод вот у нас тут в руке. Аккуратно, чтобы не отрезать его, хотя он достаточно толстый и трудно рвется. И вместе с проводом ставим изоляцию. Изоляции ставить много не нужно, всего 2-3 слоя скотча вполне хватит. Отрезаем скотч и начинаем нормальный процесс намотки. Итак, как делаем намотку? Во-первых, я никогда не использую намоточный станок, все мотаю вручную. Провод у меня вот... Этот провод для вторичной обмотки был взят от машинки для стрижки. Там используется электромагнитное реле, достаточно мощное. Ну, провода там вполне достаточно для намотки, скажем, 50-60 трансформаторов. Достаточно громоздкая.